Я всех приветствую, друзья. Мы, наконец, с вами уже переехали в тепленькие квартиры. В поле пока не выходим. У нас очень серьезная зима. За окном минус 20, и наш сад уже спит. Но у нас очень много подготовки к следующему сезону. И мы ее начинаем очень заранее. И, в частности, я сегодня хочу рассказать о приобретенных семенах у коллекционеров. Коллекционеры томатные в первую очередь. Это не реклама. Сразу говорю, сейчас модно стало реклама. Так что это не оно. Я расскажу обо всех, естественно, не расскажу. Расскажу только о тех, у кого я выбрала заказывать. Кто-то заказывает в других местах. Я не претендую на какие-то глубокие познания в этом. Но те, кто мне интересен и нравится, вот о них я и расскажу. То есть заказывала я вот эта посылка от, ну, тут адрес свой приберу, от Алены Ворониной. Это сайт Экотомата. Вот так оно приходит в почтовый вот такой вот в конвертике в мягком. Покажу, как внутри. Что внутри? Внутри вот такой вот А4 лист. Тут все расписано. Вот это было прикреплено степлером, чтобы не болталось. И здесь внутри семечки. Цена вопроса. В основном это от 50 рублей. То есть вы видите. И это за 5 семян. Бывает дороже, смотря от, ну, смотря насколько много семенные томаты, а бывает чуть подешевле. Бывает за 10 семян такая цена, бывает за 5. Все соответствует, все четко, все здорово. Я к чему это говорю, что если кто-то где-то чего-то нашел, не бойтесь, сейчас в основном, ну как-то вот мне, слава богу, везет. Люди честные попадаются. И теперь такое более любопытное. Это Людмила Кадзасова из Латвии. Здесь уже цена другая совсем. Она не в рублях, она в евро. Довольно-таки приличная на наши деньги. То есть, учитывая, что наши деньги сильно дешевые. Конечно, на их деньги это, наверное, совсем копейки. 1,5 евро стоят 5 семечек. На наши деньги это бешеные суммы. И 3 евро стоит доставка, и нужно заказать не менее, там, скольки-то, я не помню уже, неважно, скольки-то, ну, то есть не 5 семечек, естественно, а не менее, по-моему, 10 сортов, так, не буду обманывать. Вот так это все выглядит, вот так это все прошито. Я сама открыла, конечно, поразилась, что это, не поняла, а потом я это открыла. Представьте, сколько это трудов. Это все пришито. То есть, чтобы это прошло через все, ну, то есть, проехало через все аппараты, которые ставят печати. То есть, видите, это каждый пришит. Ну, можно, конечно, было степлером, но не знаю, ну, вот так вот. Я еще не смотрела, я сама только сегодня открыла перед тем, как снимать видео. Поэтому вот еще к вопросу, кто-то мне из подписчиков предлагает обмен. Для меня это тяжко и, собственно, ни к чему, потому что сортов много. Для чего я все это рассказываю? Кто-то, если захочет, и у кого есть возможность, ради бога, заказывайте. И это честно, это быстро, это качественно. Но самое важное, я хочу проанонсировать нашу с вами работу и основное направление следующего сезона. Это, конечно, помидоры. Почему? Зачем нам столько сортов и зачем вообще? Я, конечно, люблю все новое, это первое. Но второе, вот все вы, может быть, кто не видел, посмотрите рассказ о течешках, вот они. Сегодня 17 ноября. Они ни в жиру не лежат, ни в вакууме, ни в чем-то. Они просто лежат в квартире. Вот лежат и спеют.
Они в основном, то есть это те помидоры, которые я могу вот год из года вот просто знать, что их я могу оставить себе. И что с ними будет, как они себя поведут. То есть мы их кушаем до сих пор, свои помидоры. Есть, конечно, и другие, наверное, сорта хорошие, но вот совсем крупняк у нас не остается, я по ним ничего не могу сказать. А что-то вот такое, ну, то есть это, наверное, банан оранжевый. Он тоже вот живой, вполне съедобный. Потому что вот вы знаете, как бывает, хранятся помидорки. Ну, в общем, какие-то засохнут, какие-то завянут, какие-то совсем запортятся, сгниют. Поэтому наша цель, ну, как-то максимально себя обеспечить и адаптировать вот эти все новые сорта. Они все равно более южные, там совсем все по-другому. И все эти сорта будем испытывать и превращать в наши сибирские, за наши русские сибирские деньги. Ну вот, всем спасибо. Всем хорошего нового следующего сезона. Готовьтесь заранее. Заранее ищите семена, подбирайте, заказывайте. Ну, кто покупает только рассаду, тем, конечно, проще. Вот. Всех с зимой. Всем спасибо. До свидания.